Судебные приставы-исполнители провели очередной рейд по взысканию задолженности. Сотрудники управления в очередной раз проверяли наличие долгов жителей республики, которые не оплачивают в добровольном порядке задолженности по налогам и административным штрафам. Общая сумма взысканных в ходе рейда денежных средств составила более 75 тысяч рублей. Проверка автомобилей должников происходила посредством специального мобильного приложения, позволяющего мгновенно выявить, имеет ли автовладелец задолженности или нет. Приставы проверили 4 автомобиля. У их владельцев были долги по транспортному налогу и штрафы в ГИБДД. После того, как приставы пытались арестовать транспортные средства, автомобилисты полностью выплачивали долги.